Треснуть. Шакит прессы. Ну, сейчас простой босс остался, в принципе, могу в хиле там остаться. Хотя... Ну ты в любом случае там в хиле сейчас. Хотя нет, лучше спекнем вон Бюрексу. 4 они завезут. Захилят. А чё там, ты смотрел шмоту Вилхаммера? Что он с вами? Чего? Чего у меня смотрели? Шмот? На танк. Да там слабенький там, по-моему. Ну, 540 защиты есть. Меткость, мастерство собрано? Меткость собрана, мастерство нет. Там... 19. Ризван, я промолчу. Я сейчас ничего не хочу говорить, потому что если я начну говорить, то многие на меня обидятся. Саш, поставь рыбку. Ну чё, на лотхебе 4 или 5 всего? Black Dark на перебежке, по-моему. Может, у Олимпа по спорту? Вон рыба стоит, хавать. Какой у него эрдруг? Так. Ну, мой совет вам, ребят, на будущее. Вы не пишите ни всякую хуйню в чат. Каждый следите только за своими ошибками. Ошибки остальных я уже и так сказал на этом трое. Я видел, где все трупы лежат, и вы даже, блядь, не в метке стояли. Вы стояли за меткой. Так что о том, что метки у вас там криво стоят или что, вот я просто посмотрел, где, блядь, трупы лежали. Все были в метках. Абсолютно поголовно все. Давайте не стоим. Пошли. Ты во время бега можешь подхиливать только шоком. РДД, вы играйте, пожалуйста, по глазам. Подальше стойте, играйте только по глазам. Мелики по этим.
И знаешь, что самое смешное, то, что, блядь, этому контенту скоро уже 16 лет. Ну, я бы за Накс не говорил, за ЦЛК я бы сказал и подтвердил, а вот за Накс я могу аргументы против сказать. Ну, какие, например? Ну, такие, что мало кто из тех, кто здесь сейчас сидит, играл на офи в этот контент. Да, и при чем тут это? Ну, тут люди даже приходят, не знают тактики, спрашивают, так, а что так, тут делать? Это и дело, понимаешь? Я же объясняю. Что? Они на офи не играли в этот контент. Да и похуй, возьми ты, открой YouTube, блядь, и посмотри тактики, чтобы у тебя хоть понимание какое-то было, а не спрашивать у РЛа, блядь, а здесь что мне делать? Ну, понимаешь, офф, посмотреть, как лича убивает, это одно, а убить одно. Это другое. И лужи это да, тоже ну, самое. у тебя хотя бы человеческое уже понимание будет, блядь, тактики. Ты хоть будешь понимать, что тут происходит, а не просто наобум сидеть. Логично? Логично. Тактики посмотреть, здесь ничего такого нету. Все видосы на Накс, это, блин, ну... Там ничего сложного нету абсолютно, блядь. По 5-7 минут видоса на босса, это уделить своего времени, блядь, грубо говоря, час 10, на то, чтобы просто посмотреть или почитать тактики. Даже почитать будет достаточно, блядь. Ничего в этом сложного просто нету. Вот хотя бы какое-то понимание. Вот смотри, вот этот босс Хейган и все остальные боссы, это большая разница. Если, скажем, в Тагерсе две тупые метки и из них бегать туда-сюда, это любой имбецил справится. А здесь, во-первых, не очерчено четко границы этой лужи. Войт, метки, людей, Войт, подожди секунду, я тебя перебью. Ты говоришь, любой имбецил справится. У нас есть, походу, люди в рейде, которые хуже имбецилов или что? Ну так мы же убили Тагерс. Но у нас же люди умерли там. Так это так новенькие какие-то умерли. Первый раз там 4 человека. Ладно. Сумонди гудвайна. Потом пособираешь. После рейда успеешь пособирать. Ну, не будет, значит не будет. В долине призрачной луны это что-то адамантит собираешь? Ну, оскверненный на полуострове до хера. А, поезжи. Так, Лил, ты в танке сейчас? Нет. В спекне, да, я посмотрю. Могу просто одеть, спекаться дольше. Ну, одевай. Нихила, спекаться или нет? Сейчас, поезжи. Да, Дюрекс, тебе точно? Вот. Давай спекайся. Этот Войт, остаешься в хиле. Лил, ты перехватываешь босса с меня. Когда ты скажешь. Да, да. Ну, ты сам смотри, когда у меня пол хп таунти. Тагариус слила, я с Тагариус. Вот так вот и будем меняться. По гимнам тоже буду говорить. Так, сейчас пока вы это досумониваете, бафаетесь, я на полминуты буквально быстро. То босс будет держать. На кого бдительность кидать? На меня. Её не слушай, меня на меня кидай. Маги вообще охуели, блядь. Друг на друга МК кидают, блядь. Теперь их двое. Эх. Они продажные, подложи им 200 голды, они на тебя кинут. Чем так же, ебать, как и Локи. Это дороже стоит, чем 200 голды. Сколько? Шакит, дай мне что-нибудь. Шакит. Давай 500. Инер, дай мне инер шакит. Дайте, чтобы был довольный. Давай. Давай. Он хп возвращает?
А Влад там долго будет или как? Че он сказал, насколько это? Капуста, он долго там будет, нет? Успей покурить. Я не слышал просто. Пошел тактику на Влад, либо на ютубе. Что тактика? Говорю, Влад, пошел тактику смотреть, твоего совета послушать. Че, успею покурить? Просто я отвечал в ПМ и послушал, что он говорил, куда он отошел. Слава, у тебя 5-й час или 4-й. Так, все, я тут. А где Гудвайн, блядь? Тут? Все, да? Все, все тут? Окей. Килл на стыде. Все сложно. Так, Тагариус по локам крест, по шаманам крест, по престам крест. На варлайк кинем P5 на 10 минут хотя бы. На босса хватит. Ассест там на коки дать. Гудвайн на Лилхаммера. Рыбацыпа на меня. Блэкдарк на Тагариуса. Бельд пока не сдаешь. Кто первый из танков ляжет, на него перекинешь. Фасочки пропиваем новые, ребят. Час закончился. Так уже, так давайте гулять. Инту на рейд обновить. Я тебе заплачу. На варлай, крест, точечно, 10-минутный. Гудвайн просто со всеми, блядь, стой и дамаж. Еще раз говорю, Тагариус на варлайк, на холипала, точечно, крест, 10-минутный. Спасибо. Так, все, у остальных все есть, замечательно, арчи на готовности, поехали. Ротация танка, ты, Тагариус, и Тагариус. Я Лилхаммер, Тагариус. Все, даю таймер. Бля, не то открыл. Так, все, сейчас за хила нету, следи внимательно. Гера пошла. Так, этот лил забирай. Тагариус забрал. Прохилили танков. Отлично. Тагариус, пока танчишь, заберу с тебя. Нормально, Тагариус сам простоял. Подняли танка. Все, я забрал. Прохилили танков. Тагариус, пока не танчишь, по Кадыру сальву. Лил, забери. Больно было. Прохиливаем танков, поднимаем по ХП. Мне кажется, или меньше стал урон наносить от Рока.
Не-не-не, от Рока, от АУЕшки. Пока еще не было особо. Лил, забирай. Подняли танков по ХП. Отлично. Подняли по ХП танков. Замечательно. Весь рейд стоит. Все отлично. Лил забрал. Тагариус держит. Подняли по ХП рейд. Я забрал. Лил, забирай. А, Баллада, готовь гимн на следующий каст, который на ХП. Лил, забирай. Давай, Баллада, читай уже. Сдай пока гимноману. Забрал Тагариус. Прохилили танков, прохилили рейд. Под следующий каст капустка гимна ХП. Лил, забери. Давай. Баллада, сдай гимноману. Бам в Гондера, отдай Иннер. Прохиливаем весь рейд. Лил, вставай, СС. У тебя был. Бельт на Лилхаммера, СС. Я додержу. Поднимаем танков по ХП. На следующем присты помогаем с прохилом. Паладины тоже все абсолютно вспышку. Лил, забираешь. Тагариус, забираешь. Присты готовимся. Вы прохилили, все, молодцы. На следующем тоже помогайте. Присты, паладины, абсолютно все помогайте. Все, добиваем босс. Молодцы. Годвин даже в десятку не заехал. Он ждал. Его проблема. Дробяшка с духом прикольная. Два пояса на поле по лоу. Все мне. Тебе одного хватит. Так, спрятаться назад валим. Дай подумать. Не, давай на салфе останься так, а на келе уже влема. Окей? Да. Все отлично.
На дис. Шкаф поставить? Ну, Тагарис, это хорошо. Но я старался не доводить, чтобы у тебя ХП падало меньше. А токен, пал, приствок, что, никому не нужен? Мейнспект. Да, это 213-е. Тагариусу давай. Это вторые, да. Или первые спеки? А, ты на ретрика. Ну, на оф тогда рольте, значит. Тагариус. Ой, я... На мейна. На мейна. Варлайк, передай. Варлайк. На мейна, то я тебе? На холика, холика. А, ащет, ну, ащет. Забирай, начисли КП там. Я вру. У меня есть. Как все сложно. Если они тебе не нужны, отдай на ретрика от Агариус. Внимательно, хотя бы смотрите хотя бы за своим шмотом внимательно и думайте, надо вам или нет. Так, у нас люди падали. Поставь рыбу, Саш. Сейчас я пока в ХБшку пропишу себе стужу. А как ты еще раз ее пропишешь, скажи? Именно в хилботе? Да. Излечение, клиентские, новый дебаф, стужа. Сохранить, все. Ну и приоритет... Получается, вот клиентских приоритет ставь единичку. Похавали рыбу. Ярмс. Да, да, Лил, все, ты спекаешься. Да, все. Так, Войд, ты хиль, наверное. Я потанчу. Тагариус на подстраховке, если что. Арча на готовность. Юю, все, все готовы. Даю таймер. Это надо, да? Да. Ну, там один раз, а вот. Black Dark побежал. Рыба цыпа. Бам, панки у нас. Вот миллизона. Сдвиньтесь, посмотрите, на ком идет. Почему бам, за тобой. Стоит? За тобой идет, бам. За тобой идет. Ризван. Тагариус. На ком-то из вас. Ризван на тебе ушел. Рыба цыпа, август, побежали. Шакит аккуратно. Лил Тагариус. Воздушка. Стоим все на рендже друг от друга. Ждем трех глыб. Стоим, ждем на рендже. Первая глыба пошла. Ждем дальше. Вторая глыба пошла, не сбегаемся, ждем дальше. Третья глыба пошла, все, сбежались все за ближайшую к вам глыбу. Спрятались. Сейчас, как только долбанет, все, милики подбежали. И давай, Геру. Бама надо? Бама надо? Да, скинь БР в бама. Бельт. А, Бельт побежал. Креветка. А, по друиду фулл баф. Каску, кулак, блять, всю хуйню сдали. Капустка и кадыр. Аккуратно там. Тагариус, Лил, бам. Миллизона на ком-то из вас. А, Бельт.
Бамс, да, Иннер в Варлайк. Олимп, Иннер в Дюрекса. Бель, двигайся, Блэк Дарк вместе с ним. Смотрите, бам, Мелизона. На тебе, скорее всего. Все, он ушел в воздух. Стали рейндж, стали рейндж. Так, три Гондер, пока не встаем никто. Вторая глыба пошла, ждем третью. Третья глыба пошла. Все, спрятались все. Трик, вставалка своя есть? Я понял, хорошо. Так, тогда... Шакит, Бэр, Гондера. И сразу в него же Суинер сдашь. Баллада, гимн на ману. Гондер, сдай Суинер в Варлайк. У тебя не в КД. Спасибо. Юю, за тобой походу идет. Блять, Гондер опять умер. Блять, как ты умираешь, нахуй? Объясни мне. Все стоим на рендже, никто рядом друг с другом не стоит. Первый пошел плевок. Второй плевок пошел. Ждем третий. Не ждем. Третий прошел. Все, сбежали все. Спрятались. Так, что у нас есть БР еще, да? Бамыч, сдай БР в Гондера. И как у тебя откадешься через 40 секунд Иннер, в него же. Капустка, гимн на ману. А, все, как закончится, гимн сдай по-любому. Пока БР не нужны. Пан, двигайся. Килнес, двигайся. Килнес за тобой, походу, идет, двигайся. Я прожался, прохиливайте, пожалуйста. Ты все, закончила с этим? Гим, давай, Дюрекс, поставь бочку. Чуть-чуть осталось, ребят. Так, Иннеры как откадешится, Шакит, Варлайк, Гондер в себя, бам, у тебя Иннер есть, отдай сейчас его. Блять, Гондер опять умер. Пожалуйста. Давай, да, давай Варлайк. У нас минус один хил, минус Эршам. Ждем, смотрим. Читайте. Не надо пока на ХП. Все, спрятались все. Капустка, гимн на ХП. Я один хил, ману. Блять, ну потому что, сука, ну вы можете на рендже друг от друга стоять. Вот сейчас последняя взлетка была, вам надо было просто стать, блять, на рендже друг от друга. Вы стоите как олухи, блять, друг возле друга, ебаный в рот, блять. Ребята, нахуй. Просто, если вы будете держать рендж, вы не будете столько урона получать от глыб. Большинство из вас сдохло сейчас от глыб. От ауры. От глыб тоже. Если чем ближе ты стоишь к глыбе, тем больше урона ты лутаешь. Ладно, все, проехали. А так, что у нас? А, Гондер труп. Ты, Гарю, жми все, что можешь. А, сам себя тоже хиль вспышкой. Просто стой себя нон-стопом вспышкой хиль. Угу. Пиздец, потому что я заебался. Ваши силы готовы.
550. Этот самый, я решил самый Паролу ключ, потому что мы первые Паролу забирали, все остальные тоже Паролу будут забирать. Ключ ролим все. Так ты его в ролл не кинул даже. Да я понял, я просто смотрю, там уже роллов дохуя. Ну так и быть. Что там? 94? Август. Спешат весь люди пройти. Кинь ролл-то. Прикинул бы ролл. Да, я это не наливал ключ. О, кольцо с меткостью, слышишь, чё? Ну, вот себе я... забери его. Да, потому что у меня как раз... Да. У меня прям жопа горит, я думаю, где меткость найти? Заберу на танка. А я думал, нету колец с меткостью вообще. Штаны с меткостью. Без духа. На успех там ролите. Может кому-то надо на сову или куда. Возьму, короче. Грудак. Кисти рук, гридкаст. Это, не знаю, коты, мутики, наверное, да, или кто это? Коты, мутики. Да, это коты, мутики и так далее. Засумоньте, короче, да, босс у меня. Каску, каску. Тут чё, в этом, в Эрдру остаться, а Дюрикс в ДД, потому что он больше даст. Ну, третий танк тут, танк, я не вижу смысла в третьем, потому да, что мне нужен. 4 жука, они по 1000 урона наносят. Нормально. Как думаешь? Да, может. Дюрекс в ДД. Да, я уже с пятым стою. Саш, поставь рун. Петку поставьте на пассивку. Ну это потом, когда в центр добегут. Ну уже можно. Сейчас, секунду. Чё-чё? А, тактику. На этом боссе это стрип. Первая фаза, когда мы прибежим в центр, будем просто стоять в центре и бить трэш. Ни один трэш не должен дойти маленький до круга, иначе рейд получит весь урон. Больших бьют милики, банши бьют РДД. Потом начинается вторая фаза, активируется босс. Из красной метки выбегаем, черепок вешается на вас, выбегаем от рейда, все это время держим между собой рейндж. Когда в мили-зоне появляется красная, босс отводится, или даже если не отводится, милики тоже не стойте в метке.
Дальше дается контроль. У нас есть 4 совы. Это Шакит, Олимп и Бам и Гандлир. И, ну и Войд тоже, 5-я сова. Будете давать вихрь. Есть смерч, называется, у друида. Даете вихрь по людям, которые в контроле. Ну и все, и третья фаза, там выходят жуки, и их берет Тагариус. Спокойно добиваем босса. Ну еще там будет примораживать в ледяной склеп забирать. Поэтому, милики, подальше от танка держитесь. Там по цепухе как передается эта глыба. Если кинется в мелизону и вы будете рядом с танком стоять, вы заморозите танка. Танка пробьет, и он сдохнет. И там за 4 секунды 104% хп отнимается. Раз в секунду по 21% хп. Это нужно захиливать. Нужно, чтобы как можно меньше людей были в этом склепе. А заберешь, не надо мастаунт. Ты когда играешь танком, таунт ты используешь только тогда, когда босс или боб с тебя сорвался. Ты идешь, видишь, выходит первый жук, кидаешь правосудие какое-нибудь. Выходит второй, кидаешь тарелку. Выходит третий, кидаешь правосудие. Или просто ногами подходишь к нему и даешь ему поебалу. Даже просто с автоатаки. Или лужу кидаешь. И если ты увидишь, что ты после того, как кинул тарелку, кто-то с тебя стаунтил или еще что-то, или пиздить начал этого моба, то тогда уже таунт нажимаешь. Ну вот, точечный таунт, который 8 секунд КД, он еще урон наносит. А праведная вот эта параша, она забирает, она тыкается на человека и забирает с него 3 моба, которые его бьют. Если ты тыкаешь на моба, то она будет забирать мобов с того человека, которого этот моб бьет. То есть этого моба и еще 2. Поэтому нельзя давать мобов, которые танка бьют, которые босса танчат. Блять, где там все уже? Все, давай, Арчи. Тагариус у меня, сейчас посмотрю. Бля, где-то были вроде. А, у меня духи только. Да, дай одеколон еще. Один штучка. Дживса не было и нет? Не, нету. Ну, спасибо. Все, Арчи, на готовность еще раз. Если все готовы, то по команде выдвигаемся. Гудвин. Все, все здесь. 3, 2, 1. Побежали. Двигаемся. Все. В самый центр зашли, петов на АФК. Метки расставляют с той стороны. Я на... Тагариус, потанчи пока. Уже. Луна бомши.
Луна Панш. Фиолетовая метка. Из ромбика выходит банша, сыграйте по ней. Из креста поганящие мелики приготовились. Печенька. Банша. Так, до второй фазы у нас еще 1.5 минуты. Там же. Солдатиков убивайте, РЗ. Чтоб они до центра тоже не доходили. На второй фазе роги, ДК, все абсолютно обязательно сбиваем косты Келю. Звезда Банш. Эли, мы тоже можете помочь. Череп, не, там череп, ты и так успеешь сбить. Да, обязательно роги Кош на КД, ДКшки зеленку спо на КД на второй фазе. Паладин и бабл сразу же отдавать. И как только вторая фаза начнется, шаманы по моей команде Геру сливаем. Оба ставим в КД. Луна в банше. Все, Тагариус, Жиробасов, если что, на танче, если какие-то еще выйдут. Доиграли трэш. Все, сдали Геры. Оба шамана сдали, Геру прожали. Все отлично. Кикаст. Это метка. Бля. Расщелина была. 2 мелика минус. Так, сама. Ладно. Резать будем? Взрывмана Шакит сдвинулся. Меня хилим нон-стопом. Отлично. Расщелина. Смотрим где. Далеко в РДД. Бам, сдай, потом Бэр по Ангсуне, Гандир по Лилхаммеру. Готовимся, контроля сейчас будет. Расщелина. Метка, ну, сдвинулись. Блин. Кто там? Шаман какой-то стоит, кастует в ней. Милизону прохил. Меня очень сильно хильте. Очень больно. Спасибо. Баллада, сдавай гимн на ману сейчас. Расщелина. Тогда. Кто там из РД стоит? Вышли. Угу. Расщелина, милики сдвинулись.
Блэкдар взрыв вынес. Все отлично, играем. Так, скоро стражи появятся, Дегариус, готовься ловить. Август, все нормально. Страж еще один появляется. Расщелина. Можно ману? С меня, по-моему, одного стража забери. Расщелина, милики сдвинулись. Контроли пошли. Рогу сразу там контрите, блядь. Не убивайте только. Прохил по танку. Тагариус, ты уйти. Тагариус, босс. Тагариус, лови босса. Срочно БР, шакит. Так, этот... Войд, сдай БР по Варлайк. Блять, сейчас подвисаю, секунду. Все, я завис, нахуй. Танчи, Тагариус, антинем. О, вроде отпускает. Все, я забрал босс. Капусты, гимноману. Расщелин, Тагариус, на тебе отводи. А, так, бам, сдай иннер, Варлайк. Олимп, сдай иннер в Гандира. В Гондлира. Прошу прощения. Расщелина, Тагариус, у тебя, походу, опять. Милики, расщелина. Добиваем. Да ладно, топор на танка, блядь. Забираю за КП нахуй. Еще один топор. Просто, блядь. Тупо на ныл, Вильхаймер. Просто, блядь, топор нахуй. Ууу, ЗКП, пизда, как же я его ждал, блядь. Два топора, по-царски выпало нормально. Каждому топору по топору. Такой каши да, можно топор наварить. Так, что это у нас, скрипт? Все РДД, хилы или как? На кого это идет? Скажите. А то я, блядь, сейчас засну уже. Поправьте, если Холик, что. Какой-нибудь демон, какой-нибудь флайер. А что на это за... Да, Август, можешь, да, поставить. Да. Слава. Да. Вот, если что, тебя не слышно. Блэк? Да, жизнь 26 за ЕП. Не, не надо. Баллада берешь? Или это меня не слышно? Что слышно? Меня слышно? Да. Здесь. Да, да. Ну, топор, там хаммер соберешь? Да, да, да. Меня что, не слышно было в Дисе, да? Слышно. Слышно. Это другое уже.
Ну, Благодар заберет. Такариус выше. Да, Такариус. Ну, понятно. Ля. Тагариус ГЦ. Бля, как же этому топорику рот, а? Так, чё там, портал? Где портал это, бьёт? Маги, вы чё, поставили портал из бани? Он пропал уже. А, давай, давай новый. Оба портала пропало. Давай новый. Все, господа, всем спасибо. Не, в бухту не надо меня.